Зиму питомцы конно-спортивного клуба «Кентавр» просто обожают. Во время прогулок не докучают мухи. Можно вдоволь купаться в снегу. А еще, когда зима достигает своей середины, на обед всегда выдают любимое лакомство лошадей – хвойные деревья. Лошади, в них находят много витаминов, микроэлементов, которых им не хватает. И они гложат иголочки, гложат кору. О том, что лошади очень любят не только свежую траву, но и молодые хвойные деревья, заводчики узнали случайно. С тех пор каждую зиму после праздников собирают по дворам этот в прямом смысле слова лошадиный деликатес. Спасибо. Пожалуйста. Надя. За рационом каждой из 20 лошадей и пони в клубе «Кентавр» следят строго. Каждая особь в день должна получать не больше 12 килограммов сена и не более 8 килограммов овса. Количество же хвойных деревьев не ограничивается. Единственное, что это должны быть сосны обязательно. То есть это не ели, не пихта, они их почему-то не едят. А вот именно сосны, и они прямо их просто очень любят и обгрызают прямо вот совсем догола. Лесные красавицы, украшающие мусорную свалку. Такую картину мы наблюдаем каждый январь по окончании череды новогодних праздников. Заводчики лошадей предлагают, если есть возможность, привозить или приносить сосны к ним, чтобы лесная красавица, которая уже принесла много-много радости детишкам, снова доставила эту радость, но теперь уже лошадям.